Во время рабочей поездки в Нахабино глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков пообщался со строителями и проверил ход возведения путепровода над железнодорожной станцией в Аникеевке, который должен быть сдан до конца этого года. Интервал 1,4 и 8,12 опоры – это у нас железобетонные балки. То есть они уже смонтированы, уже наверху ведется наличие межбалочных швов. Подпорные стенки. И с той также стороны. Да, и с той, само собой. Подпорные стенки 1-2 у нас готовы. 90% готовы. Соответственно, здесь идет все в графике. С этой стороны тоже все в графике. Разворотная петля у нас вырублена. Вот это так называемое ОРП. Соответственно, вот эту часть по просьбе местных жителей ЖК Аникеевский мы не строим. То есть мы приняли решение, что вот эту часть мы не вырубаем и не строим. Новый путепровод соединит две части поселка, так что до Нахабино и Волоколамского шоссе можно будет добраться в два раза быстрее, чем сейчас. Общая протяженность всей развязки составит 1,4 километра, длина путепровода – 410 метров. Для повышения комфорта жителей возле станции МЦД Аникеевка также появится парковка на 120 мест, разворотная площадка для общественного транспорта и специальные шумозащитные экраны.